Привет всем, вы на канале Beg и Game. Мы продолжаем проходить ледниковый период 2. Глобальное потепление. Мы остановились с вами на уровне ледник. И это уже у нас... Ой-ой-ой-ой-ой. Скольжу. Что-то прям очень скользко здесь. Какие-то беленькие навозные жуки. Ты не подскажешь, куда мне идти? А, вот понятно. Ладно, я тебя не буду убивать. Ого! Просто его не убить никак. Так, продолжаем мы куда-то идти. Ой. Как тут опасно. Так, подожди. Как-то завершением. Это сейчас у меня случайно вылезло, я надеюсь. Хотите сохранить игру перед завершением? Все несохраненные данные будут потеряны. Наверное, да. Странно, такого еще не было. Давайте сюда запишем, на всякий случай. В новое место. Так, и что это такое? Закончилось все совершенно неожиданно. Ледник раскололся, и вся вода утекла через трещину. Не знаю, почему это случилось, но какая разница? Ведь мы спаслись. Все обернулось даже к лучшему. Я нашел себе пару. Диего перестал бояться воды. А Сид даже заслужил наше уважение. Да ладно. Слушайте, можно было, оказывается, закончить игру еще в прошлой серии. Вот, буквально 3 минуты прошло. Но поскольку у нас прошлая серия, по-моему, была достаточно длинная, пока мы там ее проходили. В общем, все, игра тогда закончилась. Мы прошли игру. Я думала, сейчас еще будет какая-нибудь миссия сложная. Но нет. Оказывается, вот. Буквально за 3 минуты прошли. Там ничего особого делать не надо было, просто нужно было куда-то забраться. Вот, посмотрели заставку. И теперь видим, кто ее делал. В общем, создатели игры. Нормальная игра, такая детская. Но мне нравятся детские игры. Они яркие, все такие прикольные, там персонажи обычно всякие прикольные. Есть еще у нас несколько игр, запланированных детских таких игр, которые у нас тоже появятся. Сейчас пока не знаю, что будет, может быть, в общем, посмотрим, что будет. Ну, игра нормальная. Хотите, поиграйте. Местами, конечно, трудновато было, особенно там... вот это подпрыгивать, двойной прыжок и вот этот удар делать, вот это было очень сложно. Так, все нормально, все отлично. Кому интересно, поиграйте, попробуйте пройти. Так что досматриваем титры. А, да, кстати, спасибо всем, кто смотрел, всем, кто участвовал с нами вместе, переживал, сопереживал. За подсказки спасибо всем. Хорошего настроения. Мы будем прощаться. Пока.